Приветствую, друзья, с вами юрист Константин Морозов. Вся информация обо мне по ссылке в описании. Хочу поговорить про выписку из ЕГРН, Единый государственный реестр недвижимости. Для чего эта выписка? Она позволяет узнать, кто собственник недвижимости на любой территории Российской Федерации. То есть, будь это квартира, дача, гараж, вы можете узнать, кто собственник. Для чего это надо? Ну, например, соседи сверху вас затопили, а вы не знаете, на кого даже в суд подавать. Спокойно берете эту выписку, ее можно взять либо в МФЦ, либо на сайте Росреестра. Но МФЦ немножко получше, потому что хоть там и есть электронная цифровая подпись, если взять на сайте, но судьи почему-то придираются иногда. Им надо именно бумажку, чтобы там была синяя печать. Поэтому для суда немножко получше взять в МФЦ. Ну вот это так, из опыта. Хотя они равнозначны, если есть электронная цифровая подпись, когда вы через интернет получаете. Вот, например, сосед вас затопил, на кого подавать в суд? Спокойно заказывайте выписку, узнаете, кто собственник, и подаете на него в суд. И так далее. То есть при любых, при любой ситуации, если вам надо узнать, кто собственник, заказывайте выписку из ЕГРН. Единственное, раньше можно было просто в МФЦ сказать адрес, и они вам выписку выдавали. Сейчас немножко правила изменились, надо знать кадастровый номер. То есть сейчас адрес недостаточно, даже и не нужен адрес. Нужен кадастровый номер. Где узнать этот кадастровый номер? Если это какая-то... если у недвижимости есть адрес какой-либо, да, то вы можете... допустим, квартира. То вы спокойно заходите на сайт Росреестра, прям вводите в Яндексе, да, Росреестр, узнать кадастровый номер. И заходите на сайт Росреестра. И вводите просто адрес. Потихонечку вводите, и появляются адреса. Я так понимаю, все адреса занесены в базу. Появляются все адреса, и вы абсолютно спокойно узнаете кадастровый номер, переписываете его и идете в МФЦ с паспортом, конечно же. И получаете сведения о владельце. А если вдруг не знаете адрес, например, земельного участка, то есть публичная кадастровая карта. Открываете ее спокойно, находите и, соответственно на карте находите этот участок, и там будет кадастровый его номер. Эта выписка, не забудьте, действительно один месяц. Она, кстати, очень полезна, когда вы совершаете сделки, покупаете землю или недвижимость. Эту выписку прям в самый последний момент лучше взять, потому что она показывает еще и не только, кто владелец, но и иные важные сведения. Например, кадастровую стоимость, потому что она может быть занижена или завышена, если вы что-то купили. Потом у вас будут проблемы, надо будет ее актуализировать, и зачастую это через суд приходится делать, это проблема. И также в выписке важна есть информация о том, какие есть ограничения, то есть различные там аресты, ипотеки, залоги и так далее, то есть вы получите актуальную информацию. Поэтому не забывайте, да, что она, по общему правилу, один месяц действительно, но лучше вот, чтобы она была супер свежая, там, и желательно ее получить самому, и чтобы убедиться, что собственник, который вам продает, не обманывает вас. Вот. И получить ее на момент, например, когда вы только решаете вопрос, заключать договор или нет, и прямо перед заключением договора получить. Вот, для Москвы, например, так-то они говорят, там 5-7 рабочих дней, но для Москвы иногда у меня даже и на следующий день приходит смс, что выписка готова. То есть, дольше 3 дней Москва, Московская область у меня никогда не было. Поэтому, практика покажет, да, то есть деньги до получения свежей выписки лучше не отдавать и договор не подписывать.